Естественно, с победой, но для начала, если можно, итоги этой встречи с «Авангардом» сумасшедшим. Тяжелая игра, да, тяжелая игра. Сумасшедшая поддержка, болельщики супер поддержали нас сегодня, и все ребята молодцы, выстояли, ну не выстояли, пластались и победили, поэтому все молодцы без исключения, поэтому готовимся к следующей серии, было тяжело, хорошая команда у них, но сильнейший идет дальше. В концовке, когда сравнял «Авангард» счет, что творилось на скамейке? На скамейке все было на позитиве, и в перерыве переговорили. Ничего не случилось, продолжали гнуть свою линию и довели игру до победы, доминировали, я считаю, весь овертайм, поэтому считаю, что заслуженно победили. Перед овертаймом насколько тяжело было в эмоциональном плане заводить команду, или этого не надо было делать? Не надо, все понимали, что один гол решит все, поэтому настрой был только на победу, и кто забросит, выиграет. Все просто. Ну и если можно, мнение о «Тракторе», следующий соперник. Еще не разговаривали, не разбирали, поэтому плей-офф за ними не смотрели, параллельно играли. А хорошая команда, насколько я знаю. Будем готовиться, тренера подскажут, что делать. Нужно немножко отдохнуть, перевести дух.